Болельщики поддерживают спортсменов. Уважаемые гости, открываю вам еще пару небольших тайн. Значит, первые 3 минуты поединок ведется без баллов. То есть первые 3 минуты можно выиграть только чисто. Чтобы спортсмен не боялся рисковать, шел вперед, боролся и заканчивал поединок досрочно. Последние 3 минуты уже начинается оцениваться активность борцов, то есть начисляются баллы. Но также сохраняется возможность победить чисто. Они просто бутоперчивые какие-то, вы обратили внимание? Аплодируем, поддерживаем спортсмен. Прошла минута 34 секунды. Если вы обратили внимание, схватка начинается из той же позиции, в которой бойцы вышли за пределы ковра, чтобы не давать преимущества, чтобы не провоцировать бойцов выходить за ковер и таким образом убегать от ведения схватки. Баллы. Итак, закончилось первых 3 минуты. Сейчас судья начнет оценивать в том числе и все технические действия, которые приводят к начислению баллов. Вы видите, уровень спортсменов достаточно высок. Никому не получилось победить досрочно. Пока. У нас еще 3 минуты. Напоминаю, что разрешен весь арсенал. Весь арсенал борцовских приемов. Удушающие из дзюдо, из джиу-джитсу. Болевые на ноги, самбо, все абсолютно приемы. Также оценивается проведение приема, который в вольной борьбе проводится, оценивается на балл. Болельщики поддерживают своих спортсменов. Ваши аплодисменты. Придадут им силы. Спортсмен получает 2 балла за переворот.
Осталось 40 секунд схватки. Поддержим спортсменов, поаплодируем им. Очень красивый поединок, очень сложный. Борьба ведется за третье место. Стоп! Поаплодируем спортсменам, красивый поединок. Уважаемые друзья, победу в данном поединке одержал спортсмен Расулов Тимур, кандидат мастера спорта по вольной борьбе. С минимальным перевесом, очень красивый поединок, поаплодируем спортсменам. Спасибо им огромное.